The Emperor has been expecting you. Комендант Кэмберлайн Ореска и бригадир Майлз Гринт докладывают. Господа, садитесь. Я так понимаю, вы уже познакомились с деятельностью мятежников? О, да, сэр. И ваши усилия были менее чем успешными? Ну, я не могу сказать. Комендант, если бы ваши усилия имели успех, у нас бы с вами не было разговора. Итак, когда в последний раз было доложено об активности повстанцев? Ну, мы лично приняли ответные действия во время атаки прошлой ночью в одном из пригородов. А каковы детали этой атаки? Ничего значительного. Мятежники использовали эффект неожиданности и избежали на байке. Потерь не было. Видите? Это и есть значительная деталь. Потерь среди солдат не было. Данная ячейка повстанцев более принципиальная, чем иные. Другие, сэр. Вы имеете в виду другие ячейки? Ячейки, фракции, племена. Называйте их как хотите. Но у них нет одной вещи, которая сделала бы их заметной угрозой для Империи. Единство. В то время как данная ячейка показывает себя незаинтересованной в насилии, она угрожает нам в кое-чем более конкретном. Джедай. Да, мы наткнулись на него, сэр. Он именно таков, какова о нем ходит молва. О, я в этом сомневаюсь. Но меня не беспокоят его навыки как воина. Меня беспокоит то, что он олицетворяет. Или, может, мне стоит сказать, что меня беспокоит то, что вы позволяете ему быть таким олицетворением, поскольку не можете остановить его. Надежду. Об этом мнимом джедае на улицах ходят слухи. Через некоторое время такие слухи могут создать веру в кое-что отличное от силы и защищенности в составе Империи. А этого, господа, я не могу себе позволить. Не совершайте ошибок. С этого момента неудача будет вести за собой последствия. Агент Калус, вы отправите дроиды-зонды во все известные локации активности повстанцев на Латале. Мы обнаружим местонахождение этих преступников, и они послужат всем примером.